последней каплей, наверное, вот этих партизанских действий стал DLC ко второй части, где вот эта пирамида зеленая. Помните, там был момент, где ты подходишь к сундуку, а сзади одна из бочек — это мимикрирующий красный фантом. И вот ты открываешь сундук, а он тебе бэкстаб делает, блядь, ваншотный. Вот после этого я, по-моему, засады в игре больше не видел. Видимо, столько хуев на фидбэк наскладывали, что они, блядь, охуели разгребать, выгребаться из этой кучи. Тот, кто это сделал, наверняка из ямы хуев вылезал примерно как герой третьего Far Cry, из ямы с трупами просто, блядь, пытался себя выкапывать нахуй оттуда. Потому что это просто пиздец.